Церемония подписания обновленных версий коллективных договоров компании «ФосАгро» – событие долгожданное и торжественное. Второй раз подряд проходила она на всех предприятиях группы одновременно в формате видеоконференции, как знак того, что все ее участники объединены одной целью – сделать жизнь и труд коллег еще лучше. Коллективный договор в этом смысле – основа. В нем закреплены основные положения социальной поддержки коллектива. Для них он создан, ими же и разрабатывался. Хочу подчеркнуть, что возможность принять участие в разработке данного нового документа была практически у каждого работника. Ведь мы начинаем работу по коллективному договору именно с опроса. Опроса, который позволяет каждому высказать свое мнение. Предложений было очень много, добавил Игорь Помощников. Все они были проанализированы, несколько раз выносились на обсуждение коллектива. И только после того, как редакция была одобрена, и ее вынесли на подписание. Суть изменений выражается одним словом – рост. Причем по всем пунктам, включая ДМС, детский отдых, оздоровление в профилактории, поддержку ветеранов, а также реализацию корпоративной жилищной программы и многое другое. Ну, работа действительно была проведена большая, были пересмотрены абсолютно все разделы коллективного договора, причем на всех филиалах мы максимально постарались унифицировать все коллективные договоры наших филиалов АО «Апатит». Увеличены льготы по коллективному договору, добавлены новые льготы в наш коллективный договор. Для «ФосАгро» рост – это традиция. Компания укрепляет свои позиции на рынке минеральных удобрений, наращивает объемы производства. Ее генеральный директор Михаил Рыбников сообщил, что в первом полугодии выпуск агрохимической продукции предприятиями группы увеличился почти на 4,5% и превысил 5,6 миллиона тонн. Продолжается реализация масштабной программы развития. В этом году на повышение эффективности производства будут направлены рекордные 67 миллиардов рублей инвестиций. И все эти цифры – показатель прежде всего великолепной и профессиональной работы коллектива, который заслуживает максимальной заботы и внимания. За два минувших года, например, зарплаты в компании выросли в 1,5 раза, и новые коллективные договоры стали еще одним знаком благодарности сотрудникам. Документ защищает не только наших сотрудников, но и членов их семей, вот детей и наши ветеранские организации. И удалось расширить перечень льгот, вот, перечень выплат, сохранить все наши наиболее важные и расширить их программы с точки зрения медицины, отдыха наших работников, все наши льготные корпоративные жилищные программы. Считаю, что наш коллективный договор действительно лучший в отрасли, один из лучших в стране. И будем с оптимизмом смотреть в будущее. Подписанные редакции коллективных договоров будут действовать до 2026 года. За это время возможно внесение в них изменений и дополнений, чтобы коллективный договор компании «ФосАгро» даже в период его действия полностью отвечал духу времени и становился еще лучше.